Всем привет, ребятки и девчата! Продолжаем играть в Assassin's Creed. Нам нужно прилечь. Кто-то пытается нас вытащить отсюда, но не думаю, что у них это получится. Шесть человек отправились к праотцам. Осталось еще трое. Мне Ну-ка. не хватало вас утром, док. Поднимусь, пожалуйста. А, во как. Если вас обнаружили, путь к побегу можно расчистить. Подойди, Альтаир. Хорошо ли ты отдохнул? Готов к оставшимся заданиям? Готов. Но у меня есть несколько вопросов. Задавай их. Я отвечу. Король-купец Дамаска убил знать правящую городом. Маждаддин в Иерусалиме страхом заставлял подчиняться себе. Вильям собирался убить Ричарда и захватить Акру своими силами. Все эти люди должны были помогать своим вождям, а вместо этого предали их. Я не понимаю, почему... Разве ответ не очевиден? Тамплиерам нужна власть. Каждый из тех, кого ты упомянул, хотел захватить город и передать тамплиерам. Тогда бы они получили власть над Святой Землей, а со временем и над другими странами. Но им не добиться успеха. Почему? Для их планов необходимы сокровища тамплиеров, частицы Эдема. Но она в наших руках. А без нее они бессильны. Что за сокровище? Это искушение. Это лишь кусочек серебра. Взгляни. Что я должен увидеть? Этот кусочек серебра изгнал Адама и Еву из рая, превратил посохи в змей, разделил воды Красного моря. Ириния начала этим кусочком Троянскую войну, а один плотник превратил воду в вино. Он выглядит довольно скромно для такой вещи. Как он работает? Тот, кто владеет им, властвует над сердцами и умами всякого, кто на него посмотрит. Вкусит его, как они говорят. Люди Гарнье? Были подопытными. Травы использовались для симуляции эффекта. Талал снабжал их, Тамир снаряжал. Они к чему-то готовились. Но к чему? К войне. А остальные? Правители городов. Они хотели собрать народ и сделать из него людей, подобных тем, что были у Гарнье. Идеальных граждан. Идеальных воинов. Идеальный мир. Робер де Сабле не должен получить его. Пока есть тамплиеры, они будут пытаться. Тогда их нужно уничтожить. Этим ты и занимаешься. Сейчас ты должен заняться еще двумя тамплиерами. Первый — это Сибрант из Акра. Второй — Джубаир из Дамаска. Начальники бюро введут тебя в курс дела. Как скажете. Не теряй времени. Робер де Сабле без сомнений в ярости от наших успехов. Его люди будут из кожи вон лезть, чтобы тебя найти. Они знают, что придет человек в белом капюшоне. Они будут искать тебя. Им не найти того, кто растворится в толпе. Вот. Это мой подарок. В благодарность за отличную работу. Отлично. Пробивание, защита. Что ж, двигаемся, не будем терять время. Так, две цели, но сейчас посмотрим, где они. Там мы начнем. Снова Дамаск и Акра. Ну, начнем с Дамаска, чем? Сразу в бюро.
метательные ножи поражают врагов издалека. Человека по имени Джубаир. Старший ученый Салах-ад-Дин, странный выбор цели. Но кто я такой, чтобы критиковать волю повелителя? Уверен, у него есть причины. Так ты знаешь этого человека? Да, и последние несколько дней он был весьма занят, собирал ученых и посылал их на улицы проповедовать. И о чем они говорят? О свете и огне, об очищении грехов. На мой взгляд, бессвязная чушь. Вся эта болтовня о дорогах и новом мире. Что такое новый мир? Понятия не имею. Я не вслушиваюсь в бред безумцев. У меня хватает своей работы. Хорошо. Я пойду поброжу среди толпы. Может, удастся что-нибудь узнать. Где мне начать поиски? К югу отсюда Академия и Сторожевая башня. Там ты наверняка что-то узнаешь. А на востоке есть больница, в которую тебе тоже стоит заглянуть. Я приступаю немедленно. Твой энтузиазм, да, ты изменился, и хочу заметить, в лучшую сторону. Что ж, двигаемся. Север, окей. Север и восток. Взглянем на карту. Вот сюда, в принципе, да. Потом вот здесь вот пробежимся. То есть вот этот вот кусочек нас интересует. Дайте просто поглазеть, чего. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Я просто поглазеть. Так, ну. Так, опять он не может что-то перепрыгнуть. О, хорош. Давай. Ну во, нашли уже. Кстати, я так и подозревал, что тот чувак задает. Так. Ну давай начнем. Сколько тут расследования нам надо сделать? Снова 3. Окей. Так. Тихо, спокойнее. Где наш информатор? На крыше. Это кто там в меня камень-то кинул? Ну привет, информатора. Плохие новости, брат. Сегодня я убил тамплиера. Ну вообще-то, это хорошие новости. Я даже нашел при нем письмо и отдал его Нумаиру. Он сказал, что разыщет тебя и передаст письмо. Но по твоим глазам я вижу, что этого не произошло. Поэтому не трать зря время со мной, а разыщи Нумаира и забери у него письмо. Угу. Окей, где он? Понятненько, побежали. Могу не успеть. Надо бегом. Ни шагу. Кто там был учителем? Тихо. Потом побуяним. А вот он наш информатор. Альтаир, сюда. Я искал тебя повсюду. Вот, возьми это. Наконец-то мне можно вернуться в Масиаф.
чтобы еще раз я вызвался кому-то помочь. Спасибо. Так, посмотрим, что у нас тут. Охранников-то все больше и больше на стенах. Думаю, здесь мы найдем, что ищем. Во, нашли сразу, получается, так, здание информатора, допрос, кража и еще подслушивание, офига себе. Ну, что полегче, что и выполним. Так. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит яму, его уже не остановить. Он... Мы нашли место. Точно по описанию. Думаю, что он этим сам займется и побыстрее. Лучше ничего не говорить остальным. Мудрое решение. Честно говоря, я вздохну с облегчением, когда все закончится. Уже скоро, друг мой, скоро. Сегодня последний из них будет сожжен. Мальчик, иди сюда. Письмо все еще при тебе? Да. Так ступай и доставь его. Того, для кого оно предназначено, ты найдешь в медресе. И сражайтесь с врагом так, как можете. Идет английский король и его армия неверных. Не удалось. Ладно. Лучше попробуем что-нибудь другое, а тут опасновато. Что-то у вас слишком много. Так,
Как он обезумел? Так, окей, сделаем тогда допрос. Где-то там. Наши отцы и отцы наших отцов обитали во тьме, но мы не пойдем по их стопам. Нам дан шанс начать все заново. Позвольте Джубаиру открыть вам путь к прозрению, привести вас к свету. Джубаир видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Он видит яд, который вы несете в сердцах и умах. Он очистит вас от него. Выносите все записи из ваших домов, отдавайте их нам. Их нужно уничтожить. Не, книги сжигать — это не самая хорошая идея. В книгах знания. Так что сейчас мы тебя поколотим, чувак. И ты расскажешь нам все, что знаешь. Давай в укромный уголок. Тут информатор еще у нас. Давай, давай, побьем тебя по-быстрому. Насилие — это не ответ, дитя мое. В этом я с тобой согласен. Так что говори, тогда мой клинок не тронет тебя. Что задумал твой хозяин? Зачем ему уничтожать знания? Мы закладываем камни, чтобы построить дорогу, по которой пойдут все люди. Она ведет в лучшее завтра. Это не то, что я вижу. Значит, ты слепец. Слова на этих пергаментах — это яд. Но у Джубаира есть противоядие. Он освободит нас от лжи. Ты несешь бред. Ты потерял разум. Не потерял, но нашел. Я вижу мир таким, какой он есть. Джубаир столько всего показал мне. Я просветлен. Ты фанатик. Очень опасный. Делай, что должен. Это ничего не изменит. Я не боюсь. А стоило бы. Прям перед информатором. Давай, что там у тебя дальше? Семью обратно в Масаи. Ты можешь выполнить мое последнее поручение в обмен на информацию, а? Давай. Убить кое-кого в квартале Джубаира. Поспеши, друг. 5 минут, давненько такого не давали. Ох ты ж. Не так много. Только, наверное, скрытно, да? Бля, еще и... Понятно. Ну, давай. Блин. Короче, спрячемся и сделаем еще раз.
Давай, давай сюда. Дайте куда-нибудь спрятаться. Во. Куда-нибудь на скамейку. Так, давай еще разочек. Так, попробуем, может, клинками. Аккуратненько. Че, Альтаир, туда не запрыгнешь, что ли? Тут еще один. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в войне! Вы приглянулись? Внимайте мне, граждане! Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Так, сон где-то у нас здесь. Что-то странно должен быть где-то. Это, наверное, вот этот вот чувак. Все, спокойно, нет у меня тут. Пошел прочь. Так он знает, что я здесь. Вообще это не та цель, которая нас интересует. Тебе нельзя здесь находиться. Хорошо, я уйду. Тебе здесь делать нечего. А чего только думать. Так, это вот тот вот чувак. Так, теперь вот этот. Вот этот. Так, ты чё, меня все время кто-то заподозревает? Оставь меня в покое, ради Аллаха!
ребят от нас интересуют. И остался последний. Тихо, нам надо вернуться к информатору. Тихо, алкаш. Давай, информатор. Пара монет будет. О, фух. Спасибо. Фух. Так, все в бюроху. Есть новости? Я многое узнал о своем враге. Поделись знаниями. Джибаил свихнулся. Он хочет, чтобы в городе не осталось знаний. Ужасное преступление. Понимаю, почему Аль-Муалим хочет его устранить. Он использует городских ученых в своих целях. Они нападают на людей и отбирают у них все научные записи. Боюсь, Джубаир хочет их все уничтожить. Его нужно остановить. Поэтому я здесь. У Джубаира назначена встреча в медресе Аль-Каласах. Я отправлюсь туда. Там я заберу его жизнь. Перемотка на более поздний участок памяти. Насколько он там далеко? Недалеко, славненько. Ах, опять со всеми вами разобраться, ну давай. Yeah.
вот и славненько готово. Ничего тут не было. И чё? Идёт запись памяти, окей. Книги и рукописи в городе должны быть уничтожены. Друг мой, не нужно этого делать. Эти пергаменты хранят множество знаний, что с благой целью оставили нам наши предки. И что же это за цель? Знания будут маяком, что ведет нас, спасая от тьмы невежества. Нет, эти свитки полны словами лжи. Они отравляют разум, и пока они существуют, тебе не увидеть мир таким, какой он есть. Как ты можешь говорить, что эти свитки вредны? Без них невозможно обучение. Вы обращаетесь к ним за ответами. Вы больше полагаетесь на них, чем на самих себя. Это делает вас слабыми и тупыми. Вы верите словам, каплям чернил. А вы когда-нибудь думали о том, кто написал их и для чего? Нет, вы просто принимаете эти слова на веру. А что, если они обманывают вас, как обычно? Это опасно! Ты не прав. Эти тексты несут дар знания. Они нужны нам. Ты так любишь свои драгоценные записи? Ты бы сделал все ради них? Да, да, конечно. Раздели же их судьбу! Будет с каждым разделяющим его мысли. Кто еще встанет на моем пути? Хорошо. Ваша задача проста. Ступайте в город. Собирайте все записи, что найдете, и складывайте в кучи на улицах. Когда вы закончите, телега их заберет. Все они будут уничтожены. Проблема в том, что он одет так же, как и они. Так, да. Что ж, пойдем по порядку. Если не понимаешь этого.
Так, это не то. Идем дальше. Идем дальше. Ух ты ж, во. Так, это тоже не тот. О, это, видимо, он. От меня убегает, цель мне не до вас. А, он сбежал. Окей, сейчас еще разочек. Если вас обнаружили, сбежать будет легче. Да, да, так. А, черт, заново что ли, серьезно, ладно. Так, кажись, он был вот здесь вот. Уй. Нет. Ну, ладно, зачистим еще раз на этот раз. Блин. Или вот здесь, вот, вот в этой части. Точно не вот это и не вот это, ладно. Да, вот следующее. Это тоже зачищал. Ух, сильненько. Ну, вообще, это не вы. Че, это должен с вами сражаться. Победа!
по лилям. О. Ну давай, значит, вот это, по идее. Или, наверное, типа каждая... Так, во, все, надо немножко восстановить синхронизацию. Я уйду, уйду. Это он и есть, тот, кто нас интересует. Там еще один. Кто там по мне? А, вот кто по мне гасит. Теперь нормально. Что, строим погоню, давай. Дорогу, дорогу. У меня тут важная цель. Готов. Почему? Почему ты это сделал? У человека должна быть свобода поступков. Нельзя карать за убеждения, даже если, на твой взгляд, они ошибочны. Что же делать? Кому как не тебе знать ответ. Учить их, чем истина отличается от ложного. Знание освободит их, а не сила. Они не учатся. Они закоснели в своих заблуждениях. Ты наивен, если думаешь иначе. Это болезнь, от которой есть лишь одно лекарство. Ты не прав. И поэтому тебя надо остановить. А ведь я, как одна из книжек, что ты стремишься спасти. Источник знания, с которым ты не согласен. И тем не менее ты забираешь мою жизнь. Небольшая жертва, чтобы спасти многое. Но как не древние свитки воодушевляют крестоносцев, что наполняет яростью Салах-ад-Дина и его людей. Эти тексты таят опасность, несут смерть. Это тоже небольшая жертва. Это
это не имеет значения. Твое дело сделано. Мое тоже. Вопрос в том, как трактовать книги и любые знания. Так, тихо, спокойнее, парни. Я должен уйти отсюда. Ну давайте поборемся. Ну давайте поборемся с вами. Ох, сколько тропиков-то привалило. Альтаир, скажи, мне ждал ли тебя успех? Да. Пламя Джубаира потушено. Он мертв. Отличная новость, я не сомневался в твоей победе. Это надо было видеть. Ученые с готовностью пошли за ним. И они жгли не только книги, они предавали огню любого, кто вставал на их пути. Невежество несет лишь зло. Сегодня ты сделал благое дело. Как и остальные, он полагал, что поступает правильно. Расчищает путь в светлое будущее. Ну, конечно. Так работает разум безумца. Все то, что я видел за последние несколько недель. Будто весь мир сошел с ума. И поэтому мы хотим остановить войну, чтобы разум вернулся. Людям нужны лидеры, которые направляли бы их. И этим пользуются злодеи вроде Джубаира, подталкивая их к злу. Ступай, Альтаир, иди к Аль-Муалиму и поведай ему о благе, что сотворил сегодня. Покоя и мира тебе, Рафик. И тебе также. Хорошо. Еще одно дело сделано. Осталось два имени. Да. Метательные ножи поражают врагов издалека. Добро пожаловать, дитя. Есть новости? Очередная жертва мертва. Значит, твоя работа почти закончена? И ты вернул свой статус? У меня вопрос, повелитель. Спрашивай, я отвечу. Почему эти двое? Джубаир и Сибрант. О, неужели ты не понял? Они подготавливали почву для перемен. Не давали вмешаться старым и новым врагам. Убрать их значит ослабить нашего врага. Это имеет смысл. Они бы быстро свели на нет все, чего мы добились. Но как?
мы нанесли врагу такой ущерб. Но наш враг подобен гидре. Мы отрубаем ему щупальца, но взамен он быстро отращивает новые. Надо отрубить голову и покончить с ним. Скоро, скоро. Мы уже близко. Между нами и последней целью стоит лишь один человек. Я займусь им. Чем скорее он умрет, тем скорее я встречусь с истинным врагом. Да, а сейчас у меня есть один вопрос. Я слушаю. В чем правда? Мы верим в себя. Видим мир, какой он есть на самом деле. И надеемся, когда-нибудь все увидят его таким. Что же есть наш мир? Иллюзия. И мы можем покориться ей, как делает большинство. Или преодолеть. Что значит преодолеть? Понять, что ничто не истинно и все позволено. Что законы исходят не от Бога, но от здравого смысла. Теперь я понимаю, что кредо не приказывает быть свободным. Оно приказывает быть мудрым. Теперь ты видишь, почему тамплиеры и враги? Мы стремимся развеять иллюзию. Они используют ее, чтобы править. Да, чтобы изменить мир. Поэтому я послал тебя украсть сокровище. Поэтому я держу его под замком. И поэтому ты убиваешь их. Пока хоть один из них жив, он не оставит попыток создать новый мировой порядок. Возьми снаряжение, отыщи последнего. Когда он умрет, мы сможем добраться до Досабле. Я сделаю это. Мира и покоя тебе, Альтаир. Что ж, отлично. Ну что ж, осталось еще две цели, а на этом мы с вами закончим. С вами был Ярослав. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!